Собралась я, значит, сегодня уехать, потому что привет, зритель, вчера была гроза. Ну и вроде как сегодня приедут родственники на машине, и она у меня в 7 утра с чем-то, даже раньше 7, ускакала гулять, почти ночь со мной проспав. Сосед сказал, что 8 не было, как она там бегала. И я ее ищу тут, в той стороне, где она, по словам соседа, была. Оставила ей окошечко открытым, потому что она через окошечко забегает. Прихожу, а она на полу с чем-то играет. Там еще и шурцик был. Ну, ты видела? Вообще. Еще и так это, типа, смотри, хозяин, я тебе тут мышь принесла. А это третий раз она уже сюда мышь приносит. Обычно пара мышонков было, но один раз в грозу пришла мокрая с мышонком, сожрала. Потом еще раз пришла в дожде с мышонком, сожрала. А тут такой вот хомяк вообще. А ведь у меня, возможно, приедет человек, который боится вот этих дохлых хомяков. Ну, в смысле, мышов. И мне бы надо как-то... Ариска, или ты ее сожри, или я ее выкину. А то скандала не оберешься. Ну, вот я боюсь бабочек, а кто-то боится вот такого. Я не знаю, правда, кто приедет. Когда приближаешь, чтобы увидеть, она начинает кренделя выдавать. А когда... О! Вот примерно так же она дома играет с котеночком игрушкой. В городе, в смысле. Где она у тебя? Блин! Может, ты ее сожрешь уже? А то ты это сегодня ничего не жравши. Молочко с кефирчиком жрать отказалась. Да, по ходу дела мы жрем. Сожри только всю и не блюй потом, пожалуйста. Учитывая, что мы, я надеюсь, не более чем на неделю вернемся в город. Мышу ты пожрешь уже только потом. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.